12-летний мальчик проглочен целиком. Отсюда я собираюсь плыть на экскурсионном катере. Одно из правил моей экскурсии – не жаловаться на жару и гнуса. Я пишу о путешествиях для журнала. И как надолго вы здесь? На пару дней, потом Элис Спрингс и домой. Это где? Чикаго. Крокодилы, живущие в морской воде, пожалуй, самые опасные представители семейства. Они могут плыть под водой со скоростью 20 миль в час, а на поверхности вы не увидите ничего. Атакуют они с невообразимой скоростью. Не волнуйтесь, мэм, мы в безопасности. Крокодил не нападет, если добыча крупнее его. А лодка крупнее? Без сомнения. На этой реке есть прилив. Вон где будет вода, когда он начнется. Делайте что-нибудь! Эверетт! Эверетт! Вы не полезете в реку! Я иду в воду. Нейл. Я переплыву. Очень тихо. Там зверюга, и она охотится на нас. Подтянись, Мэри Энн! Он в двух футах сзади! Живей! Рада Митчелл. Кейт! Майкл Вартон. Он же животное. Сэм Вортингтон. Он как злая собака, сторожащая свой кусок мяса. От режиссера «Волчьей ямы» – «Крокодил». Скоро на экранах.